1 мая жители Артемовского городского округа были потрясены сообщениями о дерзком преступлении, совершенном на городском кладбище, когда неизвестные просто разгромили 68 надгробий. Каменные были разрушены, а деревянные кресты выдернуты из земли. По звонку в дежурную часть группа оперативников выехала на место преступления, где уже сотрудники собрали всевозможные улики, оставленные преступниками отпечатки пальцев и следы от обуви. В кратчайшие сроки данное преступление было раскрыто. Было задержано 4 человека, которые совершили данное преступление. В настоящее время данные лица дали признательные показания. И решается вопрос о избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу ведется дознание. Могу сказать то, что лица, которые совершили преступление, не субъекты. То есть они достигли уголовной ответственности, возраста, который подлежат уголовной ответственности. Возраст у них от, то есть получается, 95-го года, по 88-й, то есть вот разбег такой. То есть самому старшему с 88-го года рождения, самому младшему 95-го года рождения. Дали признательные показания. Представители дознания и сотрудников уголовного розыска выходили на место, где произвели фиксацию, именно выход на место. То есть они показали, где, как и в каком порядке они ломали памятники. В настоящий момент это вся информация. Подробности станут известны тогда, когда дело передадут в суд.